Да, друзья, очень грустно стало, настроение ниже плинтуса. А плинтус я люблю. С детства любил на четверейках там подползать, щупать плинтус деревянный, как он вообще такой. Такой вот чик, такой плинтус. Поэтому я сейчас особенно не люблю, когда плинтус пластиковый. Ну, окна пластиковые я тоже не люблю. Но плинтус это основа жизни, понимаете? Вот оказался ты ниже плинтуса. А плинтус пластиковый. Ну что это такое? Как-то даже... С одной стороны, плюс, что не хочется уже и падать ниже плинтуса. С другой стороны... Нет. Я привык, что плинтус деревянный. Я привык, что все деревянное. Я вообще... У меня детство прошло в 19 веке, друзья. В моем детстве... Отличие от 19 века было только электричество. Телевизор у нас в Сахарном поле не работал. Фактически. Ничего не ловил. Да и был старый черно-белый, который нужно было за 15 минут до программы «Время» включать и прогревать. В общем, по сути, никакой разницы. Самое главное, что не было связи никакой. То есть с городом. Не знаю, как мы вообще там жили. Не знаю, как вообще в те времена, в старые. Люди уходили из дома без телефона. Старая Мазда, между прочим, охрененная. В общем, уходили из дома без телефона, и все, спокойно. Вот это и... Просто сейчас это непонятно, да? А именно так и проходило мое детство. Никто туда позвонить не мог. Нужно было туда приехать, чтобы что-то сообщить. Мы гуляли просто в трико, в трусах, бегали в траве. Просто бегали. Было интересно. Я даже помню, я тогда пытался это понять. Думаю, а что мне так интересно приехать в Савкино поле? Что там делать? Там же трава да деревья. Нет, вот мы именно ходили в поле. Я как-то чувствую себя Томом Сойером, хотя не читал еще вообще книг. Я начинал читать Робинзона Круза, но не осилил. Мне было тяжело читать в детстве. В детстве я жил внешней жизнью. Ну вот, мы и подходим. Хороший у нас улов сегодня. Я вполне доволен. Ой. Сейчас накатим куриного бульончика. А думаю, завтра вечером я себя уже порадую. Какими-нибудь мега-кушанием, макаронами и так далее. Все, в следующем видео смотрите, как я захожу.